Как всходят семена петунии? Сегодня у нас 27 марта. Что зимой живу? 27 марта. Эти семена я сеяла 22 марта. Где-то около 50 штучек здесь семян. Прошло 5 дней. И начали появляться первые всходы. Где беленькие точечки, это первые всходы. Вот. Здесь вот всходы пошли. Вот сейчас камера более-менее сфокусировалась. Эти всходы видать. Они действительно очень-очень малюсенькие, даже по сравнению с зубочисткой. Маленькие совсем. Сейчас я их тоже, когда они взошли, первые всходы появились для того, чтобы они лучше росли. Также первая подкормка — это цветовид. После этого, где-то через неделю, надо будет их подкормить любым комплексным удобрением для цветов. И подкармливать их каждую неделю обязательно. Растения эти прожорливые на удобрения. Поэтому подкармливать часто. Да, хотела бы обратить внимание, что вот когда петуния всходит, крышку я буквально открываю где-то минут на 15-10, чтобы проветрилось. Дольше стараюсь не оставлять. И пока первые 2-3 дня, пока они еще места хватает у ростков до крышки, я стараюсь не открывать. После этого я потихонечку открываю крышечку. Чуть-чуть еще дополнительный объем есть. И вот таким способом, чуть приоткрыто, их начинаю несколько дней приучать. Каждый раз чуть побольше, и под конец я вообще ее снимаю. Но первые дни после прорастания снимать резко тепличку нежелательно.